Привет! Мы с вами на кладбище. Это кладбище сейчас сделано как королевский парк. И видите, он называется уже Гарден, сад. Это исторический Бромптон кладбище. Он имеет статус охраняемого закона государственного кладбище-парка. Вот картинка, как он выглядел раньше. Видите, вот краткая история. Больше чем 200 тысяч people нашли тут свое пристанище спокойного сна. Сейчас кладбище тоже действующее. Здесь есть свежие могилы. Я пробовала здесь купить место для захоронения, но мне отказали на том основании, что кладбище временно закрыто для церемоний, и когда будет оно открыто, мне сообщат. Ну вот, собственно, и все. Последняя информация, которой обладаю. Видите, то есть это кладбище, оно вроде как бы рабочее, да, но в то же время оно сделано как парк, место для прогулок. Здесь есть кафе, здесь можно походить, просто вот посмотреть на вековые склепы, монументы. Там дальше будет кафе. Ну, просто вот сейчас с вами по центральной аллее пройдем. Видите, кто-то отломал головы. Видно, что они отломанные, видите? Руку отломали тоже. Здесь рука, смотрите, отломанная. Вот, интересный барельеф какой, смотрите. Ребенок, женщина и мужчина держатся за одну руку вперед. Очень интересная такая композиция, непонятная. Ну вот с этой стороны, видите, сказать, что тут все заросло, это почти ничего не сказать. Вот видите? И это проблема не этого кладбища. Это проблема вообще кладбищ в Англии. Я помню, несколько лет назад я наткнулась на репортаж. Смотрите, здесь все заросло дикой малиной вообще. Там, видите, вон там, видите, монументы просвечиваются сквозь малину. Несколько лет...